Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы вам всем шлем здравия, мира и добра. Посылаю вам из своего сердца свет божественной любви. И сегодня на нашем канале очень важная тема, которую многие ожидают. Эта тема посвящена агрогороскопу нарезки и укоренения черенков в апреле 2022 года. Время киевское, оно совпадает с московским в апреле месяце. Что же важного нужно знать об укоренении черенков? Для тех, кто занимается размножением хризантем, различных цветочных растений, тот же петуния, и очень важно нарезать эти череночки благоприятное время и, естественно, сразу же установить на укоренение. И вот есть в месяце апреля 2022 года несколько таких хороших периодов, очень хорошие благоприятные периоды, когда получается очень хорошее укоренение, самый высокий процент. Итак, этот первый период у нас начнется 3 апреля после 10 часов утра и до конца суток. 4 апреля все 24 часа. Это время Тельца, растущая Луна. Сразу же после новолуния здесь будут работать энергии и вершков, и корешков. А это значит для тех растений, черенков, которые укореняются, прекрасное будет укоренение, хорошая корневая система, а затем здоровое растение. Идем дальше. А дальше у нас вот такой еще один большущий период. Дева обожает укоренение черенков. Это тоже знак стихии Земли, дни корня, растущая Луна. 12 апреля начинается вот этот хороший период. После 18 часов и до конца суток. 13 апреля все 24 часа. И 14 апреля с 0 и до 18 часов. Затем наступает время, будьте внимательны, слово, это будет сожженный путь полнолуния и луна без курса. Поэтому постарайтесь все вот эти агроприемы, связанные с нарезкой и укоренением черенком, провести до 18 часов вечера. Есть в этом месяце просто уникальный месяц, еще один хороший период. Он будет у нас 21 апреля после 8 часов утра и до конца суток. И 22 апреля все 24 часа. Сразу же даю подсказку, потому что некоторые все подряд дни называют. В Козероге убывающая Луна будет 2 дня, это продуктивное время. А третий день это будет переход Луны из третьей в четвертую фазу. Это небольшое новолуние или полнолуние, стрессовая ситуация, которая длится 24 часа. Это время от момента вот в 14.56 нужно плюс-минус 12 часов. И вот получается, что 23 апреля не будет качественным вот этот агроприем нарезки и укоренения черенков. И далее Луна без курса 6 часов 55 минут утра и до 9 часов 17 минут до момента перехода Луны в другой знак. Ну еще хочу сказать, что эти дни очень хороши и по солнечному календарю. Я не буду уже занимать ваше время. Очень хороший благоприятный период для того, чтобы получились действительно крепкие, здоровые растения. И затем они вас радовали. Какие-то цветы цветами, декоративные растения тоже своей красотой. Ну и ягодники тоже вас радовали хорошим урожаем. Вот такой сегодня у нас агрогороскоп нарезки и укоренения черенков в апреле 2022 года. Его подготовили, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами всего-навсего. До следующего видео. До завтра. Будьте все здоровы. Мира вам, всем мира. В каждом доме пусть будет мир и добро. И только хорошие, приятные новости. Пока-пока!